Foi mal. Карасик сидит. Башмак из-под паровоза. В общем, тут сейчас подвязываем веревку и вытягивать будем там дальше. Сетка будет выходить туда. Да, плохо ловится. Вытяни бед, носить ее. А, два карасика и все. Один карась был там. Ну, под той стороной один же. Под тем стороной. Тут один, и там один, и все. Смотри, там веревка держит здорово. Кто там вверху? Отжимай. О, налимчик хороший. Мимо. Мимо. Хороший налим. Успокоился. Да смотри-ка, давай все так, блядь, подожди, не видел, что это? Красавчик. Да, сетка чистая, не засирает. Рыбы нет. А, еще. Смотри, ты там подспел вперед. Ага. Ну, видел, да? Вот последний карась. Пять карасей бьет за... Пять карасей. Один.
хороший. Блин, хотел попить, не убрал. Все замерзло. 15 градусов на улице. Блин. Жаль. В общем, мы поставили две сетки, все, хватит. И одна вот, которая раньше стояла. Хватит пока. Уже стемнело, уже и неохота сильно рыбачить. На сегодня хватит. Сюда идет, сюда идет, правильно? Конечно. Да? Да, да. Сюда идет. Пойдет? Пошли, Валик, берем, отправим. Протянем прогон под низом. Да? Пишню беру. Запускаем обратно сетку. Я тяну веревку, вот она найдет через лед. Так и дальше. Я тяну, напарник запускает. В общем, я перешел на эту майну, на дальнюю, откуда я вот веревку тяну. Вон там он. Фонарик горит. Он запускает сетку там. Я здесь тяну. Все, выехали с реки, вот на бережок я встал уже, все, едем, еду в гараж. О, пришли. Прости тут, Кадрана, нихуя тебе что... Не матерись. Ну, блин, тихо, тихо, не ори. Все, 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 все. Все. Звездюки. Фу, буду разгружать.